Звуки работающей газонокосилки с приходом тепла становятся привычными для горожан. Дождливая и солнечная погода – идеальные условия для стремительного роста газонной травы. Сегодня на помощь специалистам Белгорблагоустройства пришел департамент по развитию городских территорий. Город Белгород сам по себе белый город, а белый – это символ чистоты. И вряд ли у людей будут вызывать агрессию и какие-то негативные эмоции, когда кругом будет порядок. Именно поэтому мы решили своей сплоченной командой сегодня сменить деловой вид на форму. 7 утра, улица Сумская, инструктаж по технике безопасности и раздача триммеров. 25 человек начинают покос травы на выделенных участках. Начали мы окос травы примерно с 10-12 апреля. Некоторые улицы уже по 3 раза скосили. Вот, ну, основные магистрали въездные. Вот. Ежедневно порядка 60 человек задействовано у нас на косе. Это плюс там 3-4 трактора у нас на механизированном покосе. Также скосим и газонокосилками, и мини-тракторами. Косить траву в Белгороде будут до середины октября. Городские газоны всегда на контроле. Белгорблагоустройство делает все для того, чтобы город был красивым и ухоженным. Элла Машер, Сергей Драчев, Белгород Медиа.